началось наше утро, время 9 утра, вот, перекусили, очень вкусно, рис, мясо, салатик, вот, сейчас будем выдвигаться в Берн, в Швейцарию, ехать нам 850 километров стопом, вот сейчас смотрим дорогу и будем ехать. Надеюсь, доедем, потому что мы нашли там аж два хоста, люди, которые нас могут принять, один парень сегодня и завтра одна женщина, вот, будем пробовать доехать. Короче, ребят, просто катаемся 2 часа по метро, не можем понять, что происходит вообще. Почему закрыто? И теперь нам объясняют, что зеленая ветка, по которой нам надо было доехать до трассы, просто закрыта. Потому что какой-то чувак бросился под поезд и сделал суицид. И просто из-за этого чувака мы уже 2 часа ездим по метро. В итоге мы наконец-то поняли, как нам доехать. Будем не по прямой ехать, а объезжать по кругу. Так что, надеюсь, доедем быстрее до трассы сейчас. Elle m'a dit mort et nid au beigne, yo, je crois pas que c'est pour son zen, yo. Avec ou sans zen, yo, je sais que je vais me la faire, yo, je flex. Je remplis mon verre, yo, évite les clairs, yo, j'y vois, y'a plus de mystère. Elle m'a dit mort et nid au beigne, yo, je crois pas que c'est pour son zen, yo. Avec ou sans zen, yo, je sais que je vais me la faire, yo. Практически. Сейчас едем 4 остановки еще на метро, и потом надо будет как-то выбираться на автобан, на ближайшую заправку. И уже будем стопить в сторону Мюнхена, и потом будем заезжать в Швейцарию. Вот, дошли до заправки. Сейчас мы пытаемся доехать. Поедем в сторону Мюнхена, Берн. Вот, сейчас будем пробовать стопить. Не знаю, удачно или нет. Все расскажу. Блин, здесь очень красиво, в России такого нету. Короче, с Рональдом едем в машине. Вот он сидит, курит косячок, индику. Вот он говорит, это Европа. Вот так вот, ребят. Все просто, ничего не боишься. Линц. Сейчас едем в Штутгарт, в Германию, и оттуда поедем в Берн. Останется 300 километров, то есть ближе к вечеру уже приедем. Заправку уже около 15 минут, точнее, вот такое вот столпотворение машин в Германии. 15 минут уже проезжаем пробку. Это просто удивительно. Стоим на заправке уже около часа. Нам осталось 300 километров буквально до Берна доехать. Нас там ждет парень, у которого мы хотели сегодня вписаться, и получается, что поезда и автобусы не ходят. И вот мы пробуем автостопить, не знаю, что из этого получится, успеем ли мы доехать сегодня. Время уже 8 часов, 8.20. Ребят, мы дико вообще замученные, и типа сейчас мы едем в хостел, будем ночевать там. Сейчас сидим в метро еще, через 25 минут приедет трейн наш. И мы поедем, в общем, в хостел.